Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, установленный федеральным законом в июле 2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в сентябре 2004 года в северо-осетинском городе Беслан, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети, пришедшие в школу на празднование 1 сентября. Жители России вспоминают соотечественников, погибших от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах.